Александр Федорович, подождите, последний вопрос. Хотелось бы вашу реплику. Да, пожалуйста, про гитаристов? Нет, не про гитаристов. По поводу того, что вы сказали, что вы, вам не очень нравится наше издание, если уже мы заговорили о симпатии. Я не знаю, из какого издания. Неужели вы думаете, а зачем вы тогда сказали, что вам не очень нравится наше издание? Да это вам показалось. Что вы такое? Может, вы записали еще? Да, конечно. Ну вот. Но если мы уже о симпатиях издания, может быть, скажете, какие издания вам нравятся? Я не читаю электронные издания, я доверяю там бумажным, «Южная правда», «Вечерний Николаев». Да, то есть электронные издания вы не любите? Да, я не читаю, потому что иногда мне хочется газету швырнуть, а если я читаю на телефоне или на iPad, он может разбиться реально. А поэтому, что касается каналов? Каких каналов? Наших, николаевских. Николаевские каналы, ну иногда просматриваю с утра или вечером. Хорошие каналы у нас николаевские. То есть только газеты и каналы, да, интернет-издания? Нет времени. Такое, да? Нет времени. Понятно. К сожалению.